середине выпуска я перестаю, передаю этот трусатую эстафеты, трусатый скейт-челлендж Илью Прусикину, Янго и Гершону Равикович. Такие фиксики, большой-большой секрет. Коля, мы закончили снимать. О, дай 5, 1, 2, вообще. Это непередаваемые эмоции, нам всем понравилось, было очень круто. У нас был еще один оператор, я надеюсь, он мне даст записи. И всем понравилось, вон Коля до сих пор не может успокоиться, ездить в трусах. Это было круто, это совсем не было страшно. Это было просто заряд адреналина и круть на весь день.